Всем привет! Вы на канале «Мама на море», и мы с вами продолжаем изучать Таиланд, и сегодня мы в Бангкоке. Я настаиваю на том, что если вы в Бангкоке, то обязательно посетите Байок Скай. Это не только интересное мероприятие, красивые виды, но и очень вкусная еда. А вот этот вот комплекс развлечений я очень люблю. И в этом видео мы с вами пойдем в Байок Скай на обед. Так, друзья, ну что, мы очень рано приехали в Байок Скай, мы нашли рынок, который открытый рынок рядом с Байок Скай, где постоянно останавливают людей перед, ну, на экскурсии в Бангкок перед обедом в Байок Скай. Они здесь тусуются, шопингуют и, в общем, счастливые с покупками идут слушать. Как оказывается, заранее приехать в ресторан нельзя. Нас сразу отправили на 77 этаж, мы можем посидеть, или на 84, там, где смотровая площадка. 60, 61, 62, 63, Алиса придумала сегодня бояться 64, высоты. 65, 66, 67. Байок Скай является самым высоким отелем в Юго-Восточной Азии и до сих пор является третьим по высоте отелем в мире. Так, мы тут зашли туалет, а здесь рядом находится такой бар и мини-гольф, прямо на высоте можно поиграть. Ребята здесь не играют, но что-то чистят. Прикольно, да? Так, мы на 83-м. Находится небольшая смотровая площадка и несколько зон для фотографирования. На основную площадку мы отправимся чуть позже. Так, вот руфтоп бар на 83 этаже, но нам здесь не включен напиток, потому что у нас только буфет. Итак, мы идем на обед. Его можно купить со скидкой на сайте Клок. Я вам оставлю ссылку в описании. На самом официальном сайте это мероприятие сильно дороже. Если вы хотите просто подняться на смотровую площадку, это будет стоить 450 бат, а с ужином всего лишь на 200 бат дороже. Готовят блюда такие а-ля карт. Таварика. Тут рыбку делают такую классную. Я вот такую хочу. Вау. А что так мало? Не знаю. Больше не положишь? Скажи, положите мне еще. Ты можешь сама здесь накладывать, нет? А. Смотри, здесь еще кальмары есть. А? Не хочу это. Ну, так, здесь у нас есть салат-бар. Можно что-то набрать. Алиска себе нашла картошку фри. Суп из кукурузы есть и суп из лука. Для тех, кто не любит креветки, есть вот такие мясо. О, здесь у нас том-ям готовится. Крабовые супы. Такие сашими. Вот здесь какое-то делают такое тоже блюдо из вареной свининки. Какие-то кейки, rice noodle rolls, интересно, том-ям. Thank you, капунка. Ну вообще шикарный, конечно, стол. И если вы ведете вечером, то это в два раза дороже.
наш набор. Дима том-ям взял, как том-ям, но он без кокосового молока, да? Нормально. Много, кстати, интересных блюд, вот, допустим, вот такое. Это сашими просто, это какие-то на пару штучки, хотя много все берут. С креветками. С креветками. Здесь все, в принципе, с морепродуктами. Это здорово, да? Ага. Такое классное блюдо, смотрите. Все, как я люблю, всякая икра, летучие рыбы, яйцо, креветка. Все это на рисе, еще со стринкой. Да, вот, друзья, речная креветочка, а это морская креветочка. В принципе, мясо здесь одинаково, но это голова большая. Сейчас я чищу морскую. Давай. Пробуем разные вкусы, кому что понравится. Голосуем, кто за морскую, кто за... В общем, мы уже наелись и смотрим вот на этот балкон. Мы на нем завтракали, когда жили в этом отеле. У меня есть отдельное видео. Сейчас меня разрешили туда спуститься вниз. Но на завтраке такие треугольные балконы, где вы можете кушать. И, соответственно, выход есть на улицу. Там же проходят ужины. Оставлю вам ссылку в описании на это видео. Отправляемся из этого царства еды на смотровую площадку. Здесь выставлены победители соревнования Run-Up на Bayou-Sky. Они бегут по вот этой лестнице наверх, и вон есть русский парень Иван Власенко. Власенко в 20-м году 11 минут 8 секунд. Это рекорд. Реально рекорд, да? Всех меньше. Харри Джонс близок был, но тоже меньше. Молодец! Смотровая площадка крутится и расположена на 84-м этаже. С нее виден весь панорамный вид Бангкока. Посидеть вот в этом баре и еще поиграть в гольф на 18 этаже. Цена, кстати, очень приятная, 50 лир на ребенка и 100 лир для взрослого. Ну, я, конечно, оговорилась, не лир, а бат, но на момент съемки лиры и баты примерно в одинаковом эквиваленте к рублю и к доллару. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. На моем канале будет еще выходить подробное видео о Таиланде и о нашем классном путешествии по Бангкоку. Увидимся на канале Мамы на море в следующих сериях. Пока-пока!